Last time we played BC Kiev, they beat us at our place, and we wanted to come out here and get a win. We knew it was a very important win and try to get a good playoff standing. So it was a hard game. It was a very hard game, man. We was lucky to come out here with the win. Была очень тяжелая игра и была важная игра для нас, потому что в прошлом круге ПК Киев обыграл нас и обыграл нас дома, поэтому мы настраивались серьезно и ехали сюда, чтобы отпитать эту победу и чтобы укрепить свою позицию перед плей-офф. Вопросы? Если нет, давайте поговорим.